Я не смирюсь с поражением. Такие слова, как «неудача», «бесполезно», «безнадежно», «невозможно», «не могу», «не способен», «отступаю» никогда не сойдут с моего языка. Ведь так говорят глупцы. Я не буду впадать в отчаяние. Но если все же эта болезнь ума поразит меня, я и в отчаянии буду продолжать работать. Я буду трудиться и выстою. Я не смотрю на препятствия, когда перешагиваю через них, потому что взор мой прикован к высокой цели. Я знаю, что, перейдя пустыню, выйду к зеленой траве. Я буду упорствовать, пока не добьюсь успеха.